Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня у нас будет необычное видео для моего канала, сегодня будет квест. В общем, я для Фати прикупила вот такой вот подарок, но сразу я его вручать, конечно же, не буду. Человек должен заслужить подарок, отработать, так скажем. Поэтому будет два этапа квеста, о которых я сейчас вам расскажу. Вот так вот, Фатечка уже здесь, и как ты думаешь, что же будет подарком? Я думаю, что это какая-нибудь косметика, потому что ты знаешь, как сейчас она мне нужна. Ну, не знаю, не знаю. Итак, значит, конкурс состоит из двух этапов. Первый, в этой комнате ты должна найти 4 вот такие вот конфеты. Можешь ознакомиться, посмотри. Я спрятала эти конфеты вот в этой комнате, и тебе нужно их найти. После того, как ты находишь 4 конфеты, мы переходим в другую комнату, и горячо-холодно ты будешь искать свой подарок. Я его хорошенько запрятала вместе с твоей мамой. Думаю, что, скорее всего, ты его не найдешь. Если ты его не найдешь в течение 20 минут, подарок тебе не принадлежит больше. А несгораемая сумма, что ну, ты получишь 4 конфетки. А, то есть вы поняли, да? Я купила тебе подарок, только я тебе его не отдам. Для этого сначала тебе придется съесть 5 конфет каких-то, набрать калорий, побегать по всей квартире, потратить эти калории. Только тогда, может быть, но это еще не точно, ты получишь подарок, и еще неизвестно, это палетка, которую я хочу или нет. Нет, это то, что ты хочешь, вернее, то, чем ты пользуешься. Да? Я не настолько баран, чтобы покупать ненужные вещи. Я знаю, что Фатя хлам не любит, в отличие от меня. Так что давайте приступим. Это крутой косметон? Ну как крутой? Относительно. В общем, увидишь в конце. Дареному коню в зубы не смотрят, как правильно, говорится. Правильно, правильно. Раз, два, три, ищи. В этой части квартиры находится. Мне показалось, что ты как-то интересуешься моими цветами. Тебе показалось. Это подсказка. Это можно считать как подсказку, или ты меня просто путаешь? Нет, тебе показалось. Точно? Да. А этими живыми? Ой, какая ты сообразительная. Нет там конфет? Нет, нет. Может, я что? Положи. А это возможно, очень даже возможно. Да, это подсказка. А ты мне будешь говорить тепло-холодно? Ну, видимо, придется мне тебе говорить, потому что такими темпами... Да. Сколько их всего? Первую нашла, 4. 4. Осталось еще 3. Окей, это я возьму себе. Это утешительный приз. На крайний как случай... раз я сейчас худею. На крайний случай тебе достанутся конфетки. То, что надо, сладкая карамель. В этой части нету, Фатя, можешь туда не идти. Иди в эту часть. Такая вот тебе подсказочка. Ой-ой-ой, да-да-да. Горячо, горячо. Еще одна. Осталось 2, да? Да. Самые сложные места. Так. Может, шкаф? Возможно, все возможно. А это, кстати, Фатя в детстве. Не похоже совсем. Может, опять на шкафу? Нет. Так. Ну, горячо, я тебе так скажу. Горячо? Да. Горячо? 2 конфеты в одном и том же месте? Сложно говорить горячо-холодно, когда ты находишься, не знаю, в 4 квадратах. Так. Нету. Что-то вижу здесь. Это флешки. А, я вижу. Нашла. Осталась одна. Я даже, если честно, не помню, куда я положила. Пока фигура. Пока. Я реально не помню, куда я положила 4. Это, Фатя, не в той части квартиры. А если ты не помнишь, как ты будешь подсказывать мне? Ну, я точно знаю, что в этой части, где окно, я не прятала ничего. Горячо, а может и не горячо, фиг знает. Может и холодно. Да-да-да, мы еще долго, видимо, будем. Видео будет 30 минут. Я была в одном квесте, там надо было освободить трон из «Игры престолов».
Здесь реальный подарок, так что старайся. Что значит это бесплатный квест? Создатель квеста не помнит, где подсказка. Ладно, я тебе помогу горячо. Нет, не горячо сейчас. Ковер? Нет, нет. Пока что не горячо. Давай я тебе горячо-холодно, чтобы ты наконец-то нашла. Ну, тепло. Так холодно стало. Так тепло? Да, так потеплее немножко. Еще потеплее немного. Теплее, теплее, теплее. Теплее, вообще тепло. Вообще тепло. Очень даже тепло. Почему с последней так сложно? Очень-очень тепло. Молодец, молодец. Я войду во вторую комнату. Итак, Асквотима уже в другой комнате, и здесь уже лежит ее подарок. Посмотрите, какие мускулы. Какая девушка спортивная. Я готова. Ты должна найти свой подарочек. Я буду тебе говорить горячо-холодно. Вот. У тебя 15 минут. Если в течение 15 минут ты не находишь... Подарок сгорает. Сгорает, а тут я. Или переходит к создателю игры. Создатель игры я. Поэтому подарок будет у меня. Все очень просто. Ладно, давай. Я специально так спрятала, Фатя, чтобы это досталось мне, понимаешь? Ну, у тебя маловато шансов. Да? Да? Хотя квартира твоя, скорее всего, ты знаешь. Все заколочки. Да. Ну, в общем, раз, два, три. Поехала. Холодновато. Холодновато. Было бы так символично. Я не додумалась, прости. Это все холодно? Ну, так. Прохладно? Прохладно. А в шкафах? Ну, посмотри, возможно, я специально тебя путаю. Холодно. Ну, прикольно. Вряд ли она положит в шкаф. Ну да, логика есть. Дальше. Смотрите, сколько косметоса у вас, Фатима. Прикиньте, положить просто новую косметику в мою косметику. Да. Гениально. Я бы не нашла. Так создатель специально так делает. Вот, кстати, парфюм Фати новый. Маскина. Нет, все не настолько просто, как хотелось бы. Конечно, хотелось бы, но нет. Иногда такие простые места не привлекают внимания. Проблема, знаешь, в чем? В том, что ты не знаешь размер. Размер того, что ты получишь. Поэтому ты ищешь во всех щелях. Может, какая-нибудь малюсенькая помадочка от Huda Beauty? Мечтай. Ну, возможно, возможно, все возможно. Может, это кулончик какой-то вообще, а я ищу косметику. Нет, возможно, находится здесь. Это что-то даже побольше или... А, нет, это небольшое что-то. Совсем маленькое такое? Ну... Такое? Ну, относительно. То есть это небольшая коробка, так скажем. Коробка? То есть это небольшой какой-то бокс с косметикой, например. А, это ну что-то... бокс там есть, оно квадратное. Ну да, да, да. Это облегчает. Ну, значит, она не такая, не размером с палец, да? Чуть побольше. Нет, да? С размером с палец ничего не может быть. Вот такое что? Ну, кулон может быть. Значит, это не кулон. Это косметоз, любимая. Косметоз? Холодно. Как мне понравилась эта игра. Куда бы влезла коробка среднего размера, я думаю. Да, я тоже так думаю. Там так пыльно, у меня аллергия на пыль. Кто у вас красивая ваза? Да. Я не перестаю восхищаться. Посмотрите, какая коробка есть у Асквотимы. Очень красиво. Теперь она будет аккуратно это все складывать. Помните. Может быть... переоделась? Нет. Что это за мешочек? А-а-а. Посмотри. Нашла? Это носки. Холодно или жарко? Рассказывай мне. Нет. Холодно? Холодно. Ну, понятно, носки, да, там. А может, там внутри коробка, откуда я знаю? Нет, нет, не хотя там. У тебя вообще нет креатива какого-то, что ли? Хотя еще неизвестно. У кого нет креатива? Может, здесь?
У вас так удобно, пакетов много, можно куда угодно спрятать. И целый час Фатя будет искать. Да-та-та-там. Да-да-да. Я нашла карты. Играем как картишки, перекинемся. Давай на квартиру. Это благодаря тебе я искала эти карты. Да, зачем? Нужно было. Повезет тебе сегодня. Скорее нет, чем да. Здесь тоже у Фати косметоз всякий. Это было бы очень оригинально, если бы ты положила, например, косметику. В косметику? Да, я бы искала эти часы, было бы очень креативно. Но ты очень горячо, так да? скажем. Да, очень горячо. Ну, коробка. Прям очень есть. Жарко. Жарко-жарко прям. Прям совсем? Да, прям совсем жарко. Ну, кипяток прям? Да. Кто не знает, что лежит в полках, не знаю, в сумках у вас схватимо, все узнают. Очень жарко, Фатя. Очень жарко. Это не в этой косметичке? Очень жарко, Фатя. Вау, какой у тебя шкафчик задвигается. Что это такое, Фатя? Это помада. Это помада такая? Там внутри помада. Ой, как классно. Какая упаковка у помады. Дороже, чем помада. Очень горячо, Фатя. Сейчас стало холоднее. Холоднее стало? Да. Может, ты внутрь ковра... Да, горячо, 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 горячо. Внутрь ковра поместилась бы? Фатя, ты не видишь? Коробка из-под обуви? А это что такое? Аллилуйя! Аллилуйя! Ну, это не совсем косметика, это скорее парфюмерия, да, это духи. Да! Ура, спасибо, я прям обожаю этот аромат Айка. Я знала, покупаю один за другим. Ну все, ребята, Фатя нашла свой парфюм. Как тебе мой пупсик? Очень прекрасно. Я знала, что Фатя именно этим парфюмом пользуется, потому что я смотрю твои истории, смотрю твои видео, поэтому я знала. Да, он у меня заканчивается прям как вода почти. Самый часто используемый аромат. Так что, если вам понравились подобные видео, если вы хотите, чтобы Фатя что-то подарила, например, мне, то пишите, пожалуйста, в комментариях, мы с удовольствием снимем для вас, да? С удовольствием? Да, с большим удовольствием, конечно. Да. Поэтому обязательно пишите в комментариях, подписывайтесь. Всем желаю удачного дня, всем пока!